Давайте помолимся. Отец Небесный, всякий раз, когда речь заходит об этих вопросах, о которых мы говорим на этом служении, возникает оппозиция. И этого стоило ожидать. Но мы знаем, что ты сильнее всех противников, что твои ангелы в нашем распоряжении, если мы верны тебе. Ты обещал защищать нас. Ты открыл глаза Гиезию, тому, который был с Елисеем, и показал, что тех, которые с нами, больше тех, чем которые были с ними. Мы благодарим Тебя за это. Пожалуйста, благослови нас этим вечером, и пусть ангелы силы окружают это место. Пусть эта весть также достигнет людей, которые не понимают этого вопроса. Я благодарю Тебя, что мы можем быть частью этого вопроса в эти последние дни. Благослови аудиторию. Благослови тех, кто смотрит в прямом эфире. И спасибо, что мы можем быть частью этих заключительных событий. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте начнем. На днях я разговаривал с молодым человеком, адвентистом в третьем поколении. Я спросил его: «Тебе приходят люди и говорят, вы должны знать, я нуждаюсь в помощи. Библия говорит о Вавилоне. Что означает, что на Вавилон падут язвы? Вы можете помочь мне? Кто такой Вавилон? Как вы думаете, смог ли он сказать мне, смог ли он объяснить мне? Нет, он не смог. Самая туманная идея, кто такой Вавилон? И все же этот вопрос жизни и смерти. Потому что Бог говорит, что когда Вавилон падет, на него изольются язвы. Выйди из него, народ мой, звучит призыв. Абсолютно необходимо, чтобы мир знал, кто такой Вавилон. Как вы донесете до людей весть, выйди из нее, народ мой? Откуда выходить? Конечно, вы должны объяснить, откуда они должны выйти. Итак, наша тема звучит «Пал, пал Вавилон». Даниил 5:25. И вот что начертано. «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Вы знаете, вы можете просто прочитать этот текст и ничего не думать о нем. Но в этом тексте много деталей, которые люди могут пропустить. Например, здесь написано «Мене, мене, текел упарсин». «Мене» написано дважды, потому что исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Причина, по которой «мене» упоминается дважды, заключается в том, что правящий монарх на то время был Валтасар, но он не был верховным правителем. Был тот, кто был выше его, и это был его отец. Но его отец отошел от управления и ушел в монашескую жизнь. Другими словами, их настоящий правитель был в религиозной сфере. Итак, был политический правитель и был духовный правитель. Союз церкви и государства, или религии и государства, был осужден вместе. Мене, мене, вы оба исчислены, и вам пришел конец. Это увлекательно. Если вы обратите внимание на эти мелочи, чтобы увидеть, насколько точна Библия. Откровение 18 глава имеет эту последнюю весть предупреждения человечеству. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всяко нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы».
Ибо яростный видом блудодеяния своего она напоила сколько народов, все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Итак, кто участвует в этом? Вся религиозная сфера, вся политическая сфера и вся экономическая сфера. Все они вовлечены в это. Интересно, что торговцы управляют своим бизнесом по чьему настоянию? Вавилона. И услышал я иной голос неба говорящий: «Выйди от нее, народ мой». Слово «Вавилон» здесь стоит в женском роде, на что указывает местоимение «нее». Женщина в Библии означает что? Это церковь, это религиозная система. «Выйди от нее», чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Грехи. Что такое наши грехи? Нам нужно знать, какие наши грехи. 1 Иоанна 3:4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Итак, эта вавилонская система, этот Вавилон является нарушителем закона Божьего. Иакова 2:9. «Но если вы уважаете людей, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Почему Библия называет ее отступнической? Потому что Вавилон — это религиозная система, управляемая людьми. И эти люди проповедуют людям. И Библия говорит: «Но если вы уважаете людей, то грех делаете». Кого мы должны уважать? Господа. Но люди сегодня не хотят знать, что говорит Бог. Они хотят знать, что говорит мой пастор, что говорит мой служитель, что говорит мой священник, что говорит мой имам, что говорит мой раввин. Они хотят знать, что говорит человек. Но это не оправдание. Вы должны знать, что говорит Библия. Итак, Вавилон является нарушителем закона Божьего. И здесь говорится, Откровение 18:4. «И услышал я иной голос неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы вам не быть нарушителями закона Божьего, и чтобы вам не быть слушателями того, что говорит человек, а не Слово Божье, и чтобы вам не подвергнуться язвам ее за ее нарушение закона и ее людей, вовлеченных в торговлю этой информацией, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вот что здесь говорится. Поэтому мы не должны догадываться, что включает в себя Вавилон. Давайте удостоверимся, кто такой Вавилон. Откровение 16:19 называет его городом великим, который состоял из трех частей. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». У нее три компонента. Нам нужно их идентифицировать. Откровение 16:13 говорит нам о трех духах внутри системы. Три нечистых духа, подобных жабам. Они выходят из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка. Есть три компонента. Один называется дракон, другой называется зверь, а третий называется лжепророк. Итак, нам нужно идентифицировать их, нам нужно знать, кто они. И Библия говорит нам, кто они. Нам не нужно гадать. Откровение 12:9. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, кто такой дракон? Это дьявол. Вавилон, как религиозная система, очевидно, является представителем дьявола. Как вы представляете кого-то? Давайте разберемся. Если я хочу быть служителем Евангелия, кого я представляю?
Как я представляю его? Уча тому, что он говорит, верно? Это то, что вы делаете. Если люди или организации проповедуют то, что говорит дьявол, они становятся частью системы дракона. Верно? Это логично, не правда ли? Но тогда нам нужно знать, чему учит дьявол. Мы переходим к Откровению 12.9 и видим, что сатана, то есть дьявол, это тот, кто обольщает всю Вселенную. Вы можете обольстить кого-то только словами. Иоанна 8.44 говорит нам, «Ваш отец – дьявол». Иисус обращается к фарисеям. «И вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Мы знаем, что он лжец, он не говорит правду, ибо в нем нет истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Я хочу знать, в чем его ложь. А для этого я должен обратиться к книге «Бытие» и услышать, что она хочет сказать мне. Мы читаем в книге «Бытие» 3.4. «И сказал змей жене, нет, не умрете». В то время, когда Бог что говорит? «Вы умрете». Он лжет. Он говорит, «Вы не умрете». 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Еще одна ложь. «Знающие добро и зло». Это третья ложь. Итак, первая ложь – это бессмертие. Вы не умрете, вы бессмертны. Вторая – вы будете как Бог. Третья ложь – вы сами способны решать, что добро, а что зло. Бог вам не нужен. Это три лжи дьявола. Итак, есть ли какая религиозная система, которая включает это и проповедует? Учение дракона. Это именно то, что они проповедуют. Любая религиозная система, которая проповедует бессмертие души, проповедует какую религию? Религию дракона. Это открывает путь для смиритизма. Да, потому что дьявол может выдавать себя за людей, которые мертвы. Итак, все спиритуалистические религии являются религией дракона. Все остальные могут иметь компоненты религии дракона, но в чистом виде вы найдете это в спиритизме. Зверь. Откровение 13.1. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах у него было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Он главный представитель дракона. Вся ложь дракона также должна быть в звере, верно? Вы не можете представлять дракона, если не говорите его ложь. У него были составляющие барса. Барс в книге Даниила представляет какое царство? Грецию. Он погружен в греческую философию. У него также есть составляющие медведя. И это Медоперсия. Дальше. У него есть пасть льва. Он может говорить. Вот почему у него... На челе название «Вавилон», он говорит на вавилонском. Реформаторы были совершенно ясны в этом вопросе, кто это был. Все они соглашались в одном, что это было папство. Вся его структура в том, как папство устроено с различными отделами. Доминиканцами, францисканцами, иезуитами, какими бы они ни были, и их структурными компонентами иерархия является медиоперсидской. Это митраизм, это медведь. Но философия, которая лежит в основе всего, это греческая философия. Правящая сила этого рога, как корона, это римская власть.
Итак, мы должны ожидать римские аспекты законодательства и права. Там должна присутствовать греческая философия, и мы должны иметь структуру митреизма в ней. Откровение 17.1. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею». Итак, эта женщина — это церковь, которая отступила от Бога. Она блудница, сидящая на водах многих. Она должна быть универсальной, потому что она сидит на многих водах. С нею блудодействовали цари земные. Цари мировых политических образований должны быть в сговоре с ней. И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Ее отступничество перед Богом упивались народы. И так очевидно, что народы впитали теологию кого? Дракона. Это серьезные вещи. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Зверь, согласно книге Даниила, является политическим образованием, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Десять рогов — это, конечно, Рим. И семь голов, число семь — это число божества. Она занимает место божества. «И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотой блудодейства ее». Есть только одна церковь в мире, которая использует женщину с чашей в качестве этой эмблемы. Когда вы входите в Ватикан и идете к правому двору, там есть две статуи. На одной там преклоняются цари, а на другой – женщина в чаше, с чашей в руке, высокомерная. Ей не стыдно показывать, кто она такая. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать-блудница. Если она мать, значит, у нее должны быть дети, верно? И эти дети – хорошие дети или они также блудницы? Они также блудницы. Значит, должно быть много других церквей, которые также учат отступничеству. Я видел, что жена упоена была кровью святых. Эта система преследовала Божий народ на протяжении веков. И кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. Вот одна из первых переводов Библии Мартина Лютера. Это удивительно. Здесь написано. «Они выдерживают все буллы и книги папы, в которых он рычит, как лев, что ни один христианин не может быть спасен, не будучи послушным и подчиняющимся ему. И все, чего он желает, все, что он говорит, все, что он делает, все это убедительно демонстрирует, что он истинный антихрист конца времени, который выступил против Христа и возвысил себя». Дальше цитирует Фессалоникийцам. «Потому что он не допустит, чтобы христиане были спасены отдельно от его власти, даже если его сила ничто, не установлена, не заповедана Богом». В конце концов, это ничто иное, как сам дьявол работает, когда папа толкает свою ложь о месах, чистилище, о человеческих делах и поклонении, что на самом деле является сущностью папства против Бога, и осуждать и убивать всех христиан, которые не превозносят честь этой мерзости превыше всего. Вот гравюра на дереве, которую вы видите. Цари мира кланяются женщине, сидящей на звере. У нее на голове папская тиара, чтобы все знали, о чем говорит эта гравюра. Мартин Лютер лично участвовал в работе над этой гравюрой на дереве. Вот две версии его библейских изданий. Вот два свидетеля разговаривают между собою. И дракон, который собирается напасть на них. Вы видите, что на первой была эта тройная корона, не очень заметная, но она была включена. А затем была жалоба принцессы, и поэтому в следующем издании тройная корона была удалена и заменена обычной королевской короной.
Мартин Лютер был расстроен. Итак, мы читаем. Однажды Лютер убедился, что римское папство было антихристом. Он не потратил впустую времени, рассказывая об этом в своих трудах, используя художника Лука Скранах, чтобы визуально это запечатлеть. У него была работа Кранаха «Зверь выходит из бездны» с тройной папской тиарой, чтобы изобразить откровение 11 главы в первом издании сентября 1522 года его перевода. Вероятно, жалоба императорского совета или Ригинского полка прав на папскую тиару должна была быть заменена во втором дополнении простой короной в 1522 году. Но это совершенно не понравилось Мартину Лютеру, и поэтому он дал заказ на следующие картинки изобразить дракона с еще с более крупной и массивной тройной короной на голове, чтобы все могли заметить ее. Здесь говорится, когда перевод Лютера всей Библии готовился к публикации в 1534 году, пока еще не опознанная рукопись из мастерской Кранаха готовилась гравюра, основанная в значительной степени на предыдущих гравюрах. Тройная папская тиара была восстановлена. Здесь говорится, что Лютер не только отвечал за перевод, но и за большую часть произведений искусства. Это было четко определено протестантской реформацией. И нам не нужно угадывать, кто был зверь. Теперь мы должны перейти к лжепророку. Откровение 19:20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою». Итак, мы знаем, что это должно быть земная организация, потому что вместе со зверем папская власть будет уничтожена, когда Христос уничтожит ее огнем с небес. Но дракона там нет. Почему? Потому что он не будет уничтожен во время тысячелетнего царства, правильно? Он будет жив. Теперь, кто же этот лжепророк? Второй зверь из Откровения, 13 глава, говорит нам о его характеристиках. Откровение 13:11. «Увидел другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агчи, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с небес на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Итак, зверь похож на акция. Это политическая система. Она имеет два рога. Что это за два рога? Как они относятся к Вавилону? Это было церковное правление и государственное правление. Эти двое снова собираются вместе. Следующая составная заключается в том, что он обманывает тех, кто живет на этой земле, низводя огонь с неба. А что такое огонь с неба? Огонь с неба — это ложное излитие Святого Духа. Что случилось, когда ученики получили Святого Духа? Языки огня сошли на них. Итак, какие организации исходят от второго зверя с его составляющими? Когда вы изучаете их до конца, мы не будем делать это сегодня вечером, это займет всю ночь. Мы можем видеть, что происходит, когда первый зверь получает смертельную рану, возникает зверь или существо в то время в политической системе, и это Соединенные Штаты Америки. Продают ли Соединенные Штаты Америки религию миру, основанную на огне небесном? Безусловно. Но это ложный огонь. Это ложный огонь. Почему вы знаете, что это ложный огонь? Потому что он не в гармонии со словами Бога. Он в гармонии с некоторыми принципами дракона. Он учит, среди прочего, бессмертию. И учит, что закона больше нет. Узаконенные ложные пророческие движения, конечно, и часть системы. Если это правда,
то протестантская Америка со всеми ее религиозными связями представляет этого зверя, и как результат будет много лжепророков. Термин «лжепророк» может относиться как к отдельным лицам, так и к организациям. Во времена, предшествовавшие протестантизму, был в основном только один лжепророк как институт, а именно Рим. Но когда протестанты разделились на фракции и проявили тот же дух преследования по отношению к тем, кто отличался, так же, как делал Рим, то тогда внезапно появилось много лжепророков. Иисус в Евангелии от Матфея 24:11 говорил: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». А в первом послании Иоанна 4:1 сказано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Остерегайтесь ложных духов, но испытывайте духов. Как испытывать? Словом Божьим. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Это узаконенные лжепророки. Пророческие движения, проповедующие ложь. Слово «пророчество» означает также «проповедовать». Итак, эти церкви, которые проповедуют ложные учения, они дочь римского зверя. Иеремия 51:9. «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». Это был буквальный Вавилон, тип. А у антитипа Вавилона, духовного Вавилона, будут те же критерии. И вы должны оставить ее, вы должны выйти из нее. Откровение 19:20. «И схвачен был же пророк и зверь, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя, поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою». Итак, эти религиозные системы будут разрушены. Это серьезная проблема, потому что сколько миллионов людей? Давайте перефразируем, сколько миллиардов людей находится в этих системах? Это невероятно. Итак, что мы здесь имеем? Это то, что я называю столкновением воли. Матфея 6:10. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Воля Божья исполняется на земле, как на небе в данный момент, да или нет? Безусловно, нет. Марка 3:35. «Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Они должны исполнять волю Бога. Ефесянам 6:6. «Не свидимые только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Почему? Потому что вы вынуждены? Нет, от сердца. Это то, чего хочет Бог. Евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Есть четкое описание воли Божьей. 1 Петра 2:15. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». 1 Петра 3:17. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». 1 Иоанна 2:17. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Это довольно ясно, не так ли? Римлянам 2:7. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Иакова 2:8. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». Вы должны исполнять закон Божий, вы должны быть послушны Богу, это Его воля. И так очевидно, что другая система должна иметь что-то еще, что противоположно тому, чтобы делать добро. Наверное, должны делать зло, верно? 4 Царств 17:13. «Тогда Господь через своих пророков, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших». Библия дает мне определение, что есть злые пути. «И соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которое я заповедал отцам вашим,
и которую я преподал вам через рабов моих пророков. Итак, вы должны делать либо добро, либо зло. Зло не исполняет волю Божью, не соблюдает его заповеди. Вот это определение, а не предположение. Есть ли так какая особенная причина, по которой поднималась проблема буквального Вавилона, и почему народ Божий попал в плен? Иезекииль говорит нам, что они восстали против Бога. Давайте прочитаем это. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставили идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской. Они не послушали. Они придерживались своего идолопоклонства. И дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив бы был через них. И дал им также субботы мои. Мы должны посмотреть на тип, чтобы понять антитип. Чтобы они были знамения между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился. Что они сделали? В чем была проблема? Восстали против закона, восстали против постановлений, субботы его нарушали. Можем ли мы ожидать того же в конце времени? Может быть. Отвергли постановления мои, субботы мои нарушали. За то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Итак, мы должны рассмотреть эти проблемы. Это те проблемы, которые мы найдем в конце времени. Я хочу, чтобы мир знал, кто такой Вавилон и каковы проблемы. «И говорил я сыновьями в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, не соблюдайте установлений их и не осквертяйте себя идолами их». «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, мои уставы соблюдайте и исполняйте их, и святите субботы мои». Изменилось что-то у детей? Та же проблема. «Чтобы они были знамения между мною и вами, чтобы вы знали, что я Господь Бог ваш, но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставам моих не соблюдали, нарушали субботы мои». Может это случиться снова? Да. Да, последствия будут такими же. А теперь я хочу задать вопрос. Насколько важно, чтобы закон Божий соблюдался? Насколько важен закон? Как бы Бог отнесся к своему закону, будучи Богом и властелином Вселенной, есть ли у него система правления, которая важна для него? Есть. Мои заповеди, мои постановления и закон. Я думаю, это интересно. Этот человек, Трей Гауди, вы знаете его? Вы когда-нибудь слышали о нем? Да, он конгрессмен. Он вернулся опять в юриспруденцию. Но этот человек, он угнетает меня. Если бы он был президентом Соединенных Штатов, я бы не удивился, кого бы они выбрали. Он хороший человек. Его зовут Гарольд Уотсон. Трей Гоуди III, американский адвокат, телеведущий, политик и бывший федеральный прокурор, который служил представителем США в 4-м округе Южной Каролины в Конгрессе с 2011 по 2019 годы. Он был конгрессменом. Он был в комитете по надзору и реформам. Я имею в виду, что он очень выдающийся человек. Он служил во времена Хиллари Клинтон, и он был в оппозиционном блоке Обамы. Он был вначале даже с нынешним президентом Дональдом Трампом.
И теперь я хочу показать вам, как он относится к закону. И я подумала, что это будет очень хорошее выступление. Я хотела показать его вам, но, к сожалению, не получилось. Она сделалась жилищем бесов. Истинные, отвергнутые государствами, государственными церквями в Европе, вели к неуклонному упадку, к формализму и религиозному равнодушию. Они имели репутацию живых, но были мертвы. Из протестантского рвения они вернулись в Египет, и формализм или тотальный секуляризм и атеизм заняли место истины, которая так долго была приобретаема. 2 Петра 2:21. «Лучше бы им не познать пути праведности, нежели позна возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Заглавие. Старые противоречия были отложены. Папа больше не антихрист. Теперь они верят, что какой-то в будущем человек, который не имеет ничего общего с концом церкви, станет антихристом, а церковь будет восхищена. Мораль Бога устарела. Социальная справедливость и общее благо, новые фразы заняли их место. За этими новыми идеологиями стоит воскресшее папство, подрывающее Слово Божье, закон Божий и власть Бога. Протестантизм смотрит на эту систему благосклонно и возводит ее на престол. Он откладывает оправдывающую силу Христа ради беззакония и принимает моральную альтернативу человека греха. Это я пишу. Поэтому, если кто-то хочет предъявить мне обвинение, пожалуйста, вот я. А теперь давайте прочитаем это из лучшей рукописи, чем моя. Анархия обуславливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих. Сосредоточие богатства и власти в одних руках, обогащение немногих за счет других, объединение беднейших классов для защиты своих интересов и требований, дух волнения, мятежа и кровопролития, широкое распространение во всем мире тех же явлений, которые привели к французской революции, все это способствует тому, чтобы мир был вовлечен в борьбу, которая некогда потрясла Францию. Книга «Воспитание», страница 228. Когда вы включаете новости, видите ли вы, что это то, что происходит во всем мире? Дух Святой вдохновил написание этой книги. Что же мы можем видеть в мире? Правый депутат, избитый до смерти при попытке убийства в Германии. Это движение желтых жилетов. Мы можем взглянуть на все это. Каждая страна сидит на пороховой бочке, которая вот-вот взорвется, и человеческие сердца издыхают от страха. Заглавие. Согласно отчету немецкой разведки, насилие крайне правых увеличилось на 71% с 2017 по 2018 года. Сегодня представители нашей демократии, прежде всего волонтеры, когда главных мэров и местных политиков оскорбляют, угрожают и нападают, это тревожный знак для нашей демократии. Все правительства в мире сидят на анархии и пороховой бочке. Это реальность. Вот другая цитата. «Сатана имеет большую конфедерацию своей церкви». Христос называет их синагогой сатаны, потому что ее члены — дети греха. Члены сатанинской церкви постоянно работают над тем, чтобы отвергнуть божественный закон и спутать различия между добром и злом. Сатана работает с великой силой в детях непослушания и через них, чтобы возвышать измену и вероотступничество как истину и верность. И в это время сила его сатанинского вдохновения побуждает живые силы совершить великое восстание против Бога, начавшееся на небе. В это время церковь должна облечься в прекрасные одежды. Христос — наша праведность. Существует четкое, решительное различие, которое должно быть восстановлено и продемонстрировано миру в соблюдении заповедей Божьих и веры Иисуса. Красота святости проявляется в ее натуральном блеске,
в отличие от уродства и тьмы предателей, восставших против закона Божия. Вот проблема. Вот эта проблема. Харизма Ньюс. Заглавие: Папа Франциск и главный имам подписали соглашение, подталкивающее нас к единой мировой религии. Это Харизма Ньюс, харизматические новости, говорящие нам. Мы идем к этой единой мировой религии, взявшись за руки в символе межконфессионального братства. Они подписали совместные документы. Вавилонская система объединяет нас вместе. Разве не учит ислам бессмертию души? Да или нет? Да, он учит бессмертию души. Учит ли ислам учению о Деве Марии? Безусловно. Святыни Девы Марии повсюду. Везде, где идете, на Ближнем Востоке, есть эти святыни Девы Марии. И мусульмане пишут, вешают свои письма Марии. Это не что иное, как учение, которое имело свое начало в Эдеме. А дальше еще интересней. Какие обстоятельства сближают церкви и религиозные группы? Заглавие. Макрон говорит: Нотр-Дам должен быть восстановлен с разнообразием. Архитектор предлагает исламский минарет. Может быть, мы должны объединить две религии? Может быть, мы должны иметь своего рода хрислам? Франция пометила более 78 тысяч человек в качестве угроз безопасности джихада в 2017 году. Мы больше не хотим этого. Мы хотим, чтобы религии объединились. Мы хотим, чтобы это насилие прекратилось. Мы хотим объединить их воедино, в одно сообщество. Некоторые люди говорят, что перед пожаром были видны разные странные и призрачные силуэты. Рыцари-тамплиеры. Но это, вероятно, было просто пожарные, ходящие вокруг здания. Итак, вокруг этого события существует много теорий. Заглавие. Франция. Макрон говорит, собор Нотр-Дам должен быть восстановлен в соответствии с современной разнообразной Францией. Архитекторы предлагают стальной шпиль и минарет. Это из одного источника, а вот это взято из другого. Заглавие. Иезуит воспитал любимого Макрона, чтобы победить Ла Пена, поскольку католические епископы видят в нем следующего президента своего народа. Иезуиты всех обучают. Теперь дальше удивляйтесь. У них очень прочные связи. Цари мира отдают дань уважения зверю. Папа и Эммануэль Макрон обнимаются на фото после удивительно долгой встречи. Что эти люди обсуждали? Мечеть Эль-Акса загорелась в то же время, что и собор Нотр-Дам. И люди заговорили: мы должны объединиться. Мы должны остановить этот хаос. И что дальше произошло? Заглавие. Мир плакал, когда сгорел Нотр-Дам. Но некоторые рассматривали это как возможность заставить Францию снова стать католической. Давайте вернем религию. Давайте заставим религию организовать общество. Общество в хаосе. Происходят массовые расстрелы. Вы больше не можете жить в безопасности. Там, где сегодня спокойно, на следующий день опасно. Не так ли? Люди так устали от терроризма и от всего этого. Издание «Католик Геральд». Мечеть в Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, была переименована в мечеть Марии, Матери Иисуса. Что происходит? Это Вавилон собирает всех вместе. Вот здесь вверху написано «Мечеть Марии, Матери Иисуса». Разве у них одинаковые доктрины? Да, у них одинаковые доктрины. И даже люди в наших собственных рядах говорят такие вещи. Итак, я взял Коран и прочитал его от корки до корки, с конца до начала, как и должно это было быть прочитано. И я читал его так, как будто я читаю свою Библию, тщательно подчеркивая каждое слово. Я нашел там учение о бессмертии души. Я нашел там ангелов, тянущих людей через горящие угли и бросающих их в огни ада. И Аллах стоит,
пока их кожа горит. Они пьют медные напитки, чтобы сжечь их внутренности. А на следующий день они получают новую кожу и новые внутренности для того, чтобы они могли снова чувствовать то же жжение и боль. Та же самая доктрина, которой торгует Рим. Он торгует Богом, Его любовью. Я читаю эти доктрины и учения о Деве Марии, которая является самой уважаемой женщиной на небесах. Даже Фатима не такая уважаемая, как она. И учения о непорочном зачатии прямо там, в Коране. Затем мне сказали, Коран имеет весть о здоровье. Только потому, что свинина запрещена? Нет. Они могут есть верблюда, они могут есть зайца, они могут есть все, что выходит из воды. Они говорят, все эти запреты на все эти продукты были только из-за непослушания евреев. Таким образом, можно продолжать дальше и дальше о каждом учении, которое учит вопреки тому, что сказано в Библии. Суббота упоминается в Коране, но там говорится, что евреи соблюдали субботу из-за их непослушания, в то время как Коран дает нам возможность соблюдать пятницу, которая не даже не соблюдается гласно так, как нужно. Каждое учение, которое есть в Библии по этим вопросам, Иисус всегда является просто сыном Марии. Мария выше всего. Мечеть Пресвятой Богородицы, а не мечеть Иисуса. И не имеет значения, пока Иисус в стороне, это точно такая же система. Я знаю, что мы, вероятно, будем распяты за такое повторение, но это факт. Прочитайте Коран, и вы узнаете. Но там также говорится о пришествии Иисуса. Да, ислам пришел, чтобы дождаться пришествия Иисуса, потому что Иисус уничтожит всех, кто поклоняется Ему как Богу. Это означает, что каждый христианин будет уничтожен. Понимаем ли мы эти различия? И как папство может присоединиться к этой системе, если она не согласна с ней? Как я могу подписать документ, если это не единственное соглашение? Давайте продолжим. Противоречие. Даже если эти мега-религии объединяются в единую систему, будет побеждено в христианском мире. Центры противоречий в христианском мире. Так называемый христианский мир станет театром великих и решительных действий. Авторитетные мужи, по примеру папства, издадут законы, контролирующие совесть человека. Вавилон заставит все народы пить вино ярости своего блуда. О чем здесь говорится? Все народы будут вовлечены в это зло. Об этом времени говорит Иоанн Богослов. Они имеют одни мысли. Это будет всемирный союз, одно великое согласие, конфедерация сатанинских сил. И отдадут силу и власть свою зверю. Видим ли мы это развитие? Да или нет? И отдадут силу и власть свою зверю. Таким путем проявится та же деспотическая, угнетающая власть против религиозной свободы и поклонения Богу согласно велению совести, как в свое время проявляло папство, когда оно преследовало всех, кто смело отказывался подчиниться религиозным обрядам и церемониям Рима. В великую борьбу между верой и неверием будет вовлечен весь мир. Вот какое направление. Ныне Евангелие подвергалось нападкам со всех сторон. Никогда еще силы зла не были столь сильны, как в настоящее время. Духи зла объединяются с человеческими усилиями для того, чтобы вести войну против заповедей Божьих. Предания и лжеучения превозносятся выше Писания. Гладкие проповеди, которые мы слышим столь часто, не оставляют глубокого следа в памяти. Они не затрагивают сердца, поскольку люди не слышат ясных и очевидных истин Слова Божьего. И если бы они заговорили откровенно, многие из так называемых верующих спросили бы, какая необходимость говорить так откровенно? Точно так же они могли бы спросить, что заставило Иоанна Крестителя сказать фарисеям порождение ехидны? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Зачем он навлек гнев Иродиады, сказав Ироду, что противозаконно жить женой своего брата? Говоря откровенно, он потерял жизнь. Почему он не мог пройти мимо, не возбуждая гнева Иродиады? Мы не должны молчать такое время. На карту поставлена честь Бога. Вот еврейский автор, я нахожу это увлекательным. Еврейский автор, который говорит, что Америке нужны ее христианские ценности.
Итак, еврейская религия, исламская религия, все они собираются вместе. Итак, Давид Хоровиц утверждает в своей книге «Темная повестка дня. Война уничтожит христианскую Америку», в которой секуляристы и левые хотят превратить нацию в безбожное языческое общество, где религия не играет абсолютно никакой роли. Он говорит, война с христианством реальна, и она прямо у нашего порога. Это еврей, защищающий христианскую мораль и законы. В эксклюзивном интервью он говорит: усилия консерваторов всех конфессий необходимы, чтобы спасти их. Сегодня в США все очень плохо. Война против христианства — это война левых, то есть демократической партии, потому что христианские ценности несовместимы с заблуждением социальной справедливости левых. Все о христианстве. Но вы утверждаете, что это не то, к чему призывали наши отцы-основатели? Нет, говорит он. Как сильно отцы-основатели хотели, чтобы это было государство, основанное на религии. Итак, мы возвращаемся к церкви и государству. Стена разделения церкви и государства становится лозунгом бамперной наклейки для левых и светских людей, которые хотят заставить замолчать религиозных людей, оставивших свои заблуждения в стороне. Эта стена должна исчезнуть. Заглавие. Как президент Дональд Трамп вписывается в эту картину? Он потрясающий для Америки, великий патриот, и я думаю, что именно это вдохновило евангелистов поддержать его. А как насчет демократов? Они злятся на все написанное в этой книге. Вы говорите, что катализатором для написания книги была нетерпимость левых. Как вы можете объяснить это? Прежде чем я начал писать книгу и начал знакомиться со всеми вопросами, я думал, что преследование христиан было несколько мистичным вопросом. Это интересно. Иными словами, это гегелевская диалектика, которая ведет людей в определенном направлении. Что даже демократы начинают говорить: «О, нам лучше снова включить Бога в наши кампании, иначе мы никогда не придем к власти». Разве это не удивительно? Куда это все идет? Я собираюсь проигрывать это видео, потому что оно очень длинное. Это Нетаньяху разговаривает с Джоном Хеги, его христианах, объединенных за Израиль. И он произносит красивую речь. Я должен сказать, это блестяще. Я хотел бы показать его для вас, но оно очень длинное, у нас нет времени на это. Но вы можете посмотреть его в интернете. По сути, он говорит: мы все пьем из одного источника, и это Слово Божье, это наше наследие, это еврейское наследие, это христианское наследие. Мы пьем из того же источника. И он говорит: вы знаете что? Есть религиозные преследования во всех странах, но не в Израиле. В Израиле христианин может поклоняться рядом с евреем, рядом с мусульманином. У них есть свобода вероисповедания, они могут делать что им угодно, никто их не беспокоит. Это модель, к которой мы стремимся. Но там ничего не говорится о том, что вам не разрешено евангелизировать в Израиле. Другими словами, пока вы придерживаетесь своей мелочи, не открываете рта и не проповедуете, во что вы верите на публичном форуме, вы можете делать то, что хотите. Но вам не разрешено делать то, чтобы вы проповедовали. Вы не можете идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Вы не можете делать это. Так что эта модель может звучать замечательно. Мы все в одном горшке. Но посмотрим, куда это приведет. Пастор Чон Хеги сказал, это было 14 июля 1990 года. Он сказал: «Секуляризация Америки приведет к душевной боли и хаосу. Мы не можем себе этого позволить. Нам нужно вернуться к церковно-государственному решению». Деятели в правительстве, СМИ пытаются секуляризировать американскую культуру и увести страну от ее основ иудейско-христианских принципов. Мы должны вернуться к ним. Заглавие. Пасхальное прославление Чака Пирса, 2018 год. Что они хотят отпраздновать? Они хотят праздновать единство.
Билли Грэм недавно скончался, и было предсказано, что как только его мантия сойдет на массы, будет собрано очень много урожая. Мантия Билли Грэма собирается сойти. Увлекательно. Я сфотографировала это на стене, где он пожимал руку Эдварду Гуверу с его одетым в масонское снаряжение в масонском храме. Мне не нужна его мантия. Мы находимся на 70-й годовщине независимости Израиля с США. Посольство собирается переехать в Иерусалим, и все знаки указывают на пробуждение. Мы находимся на грани третьего великого пробуждения. Последнее великое пробуждение привело к появлению адвентистов. А теперь мы на пути к третьему великому пробуждению, когда сойдет эта мантия Билли Грэма. Я хочу знать, что это будет значить. Это что-то большое. Вы увидите, насколько оно большое. Я никогда в своей жизни не видел такого большого изменения парадигмы, как в Америке. То, что вы сделаете в этом году, чтобы привести в порядок свои отношения с Богом, определит ход вашей жизни на многие годы, поскольку этот год в Кайросе отличается от всех других. Что вы сделаете в этом году и как вы себя позиционируете, имеет большие вечные последствия в вашей судьбе. Сейчас самое время, время божественного свидания с большей славой, не похоже ни на что другое, время в истории. Делать не что-то с умами людей? Старая увядающая слава уходит, и новая обновленная большая слава собирается снизойти на Пасху. Вы не можете жить старой, вам нужна новая большая слава, которая грядет в этом году. Это из другого источника. Заглавие «Двойная сила мантии Билли Грэма скоро снизойдет». Видение Стефана Паула о величайшем пробуждении, которое когда-либо видели США. Мы находимся на грани финальных событий. Харизма Ньюс. Заглавие. Почему тысячи людей будут бороться за мантию Билли Грэма в эти выходные? Это увлекательно. Это 2019 год. Это не старые новости. Давайте будем трезвыми. В мире есть только одна церковь, которая в настоящее время стоит в ущелье и создает изгородь, застраивая старые пустые места. И любой человек, обращающий внимание мира и других церквей на эту церковь, осуждающий ее как Вавилон, должен выполнять работу в гармонии с тем, как говорит Слово Божье. Весь мир полон ненависти к тем, кто провозглашает обязательные требования закона Божьего, и церковь, преданная Иегове, не должна вступать в конфликт. Те, кто понимает, что означает эта война, не повернут свое оружие против церковных активистов, но всеми своими силами будут бороться с народом Божьим против конфедерации зла. Это наша работа. Те, кто начинает провозглашать весть о своей личной ответственности, которые утверждают, что их учат и ведут во главе с Богом, все же делают своей особой работой разрушить то, что создал Бог годами, и не исполняют волю Бога. Знайте, что эти люди на стороне великого обманщика, не верьте им. Есть ли еще такой голос, есть ли такая церковь? Эта книга была роздана Генеральной конференции в 1952 году. Pacific Press Publishing Association. Заглавие «Принципы жизни и Слова Божьего». На самом деле это было более или менее похожее на документ основы вероучения. Это то, во что верила церковь в 1952 году. И я поддерживаю каждое слово из этой книги. Я не собираюсь читать ее вам, что там говорится, но там есть картинки, которые рассказывают, во что они верили, и я вам покажу некоторые из них. Божьи вечные 10 заповедей были подделаны противниками небес. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Враг сделал это. Вот еще одна картинка из этой книги. Силы заблуждения пытались удержать власть, используя подземелье и меч, кол, тюрьму. Правда не нуждается в такой поддержке. Человеческие усилия напрасны. Единственная приемлемая одежда для свадебного ужина.
вера в праведность Христа. Закон прообразов и церемоний был пригвожден ко кресту. Католики говорят, что тиара Папы Римского является символом его власти и авторитета. Они не боялись сказать, кто на самом деле. Они не боялись, что акцеподобные качества двурогого зверя исчезнут в ненависти и кровопролитии. Религиозная и гражданская свобода исчезнут. Трагическое превращение в ужасного зверя, говорящего как дракон. Церкви, которые оставили Слово Божье и приняли человеческие традиции, становятся испорченными. Я хотел бы, чтобы моя церковь все еще проповедовала так. Сделался жилищем бесов. Читайте Откровение 18:2. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Непорочное зачатие Марии, традиции выше Библии. Человек по своей природе смертен. Учение о бессмертии души уничтожает искупление Христа. Я так горжусь этой книгой. Бог призывает церковь нести эту весть миру, который вскоре предстанет на суд пред Богом. Громкий клич, трехангельские вести. Верны ли мы доверию, оказанному нам Богом? Весть третьего ангела. Мир на грани катастрофы. Сатанинские усилия разорвать цепь Библии и пророчеств, которые будут удерживать каждое звено. Божья линия пророчеств отмечает путь через царство без препятствий. Здесь говорится о пророческих картах. Мир должен остановиться и решить на этом этапе пути. Первый день недели — воскресенье или седьмой день — суббота. Они не делали неопределенных картинок. Кто-то указывает путь на воскресенье. Что держит этот человек, указывая в другую сторону — Библию. Мне нравится также эта картинка. День воскресения в честь воскресения Христа. Этот человек выглядит очень злым, в отличие от другого, который придерживается седьмого дня субботы. И они сравнивают их с Каином и Авелем. Это был 1952 год. Никто не может идти в двух направлениях. Зло желает полного послушания. Где эти учения? Это официальный документ Генеральной конференции 1952 года. Живая вера разрушает барьеры сомнений и неверия в этом мире. Эпоха, современный Иерихон, остаток Израиля, неверие. Папство является именно тем, что о нем говорит пророчество, отступлением последних дней. Гибкость политики папства заключается в том, чтобы принимать на себя такой вид, какой самым наилучшим образом способствовал бы осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона оно скрывает неизменный яд змеи. Оно заявляет: мы не обязаны сохранять верность по отношению к еретикам и лицам, подозреваемым в ереси. Должны ли мы считать теперь эту власть, история которой в течение тысячелетия питалась кровью святых, частью Церкви Христа? Церковь, которая придерживается Слова Божьего, всячески отстраняется от Рима. Протестанты когда-то были таким образом отделены от этой великой церкви отступничества, но они приблизились к ней ближе и все еще находятся на пути примирения с церковью Рима. Рим никогда не меняется, ее принципы никоим образом не изменились. И они цитируют эти современные документы с их причудливым иезуитским письмом, которое обманывало детей Божьих, чтобы они подписывали документы, которые преподносят папские учения вместо библейских учений под предлогом библейского отрывка. Рим никогда не меняется. Она не уменьшила разрыв между собой и протестантами. Они сделали шаг навстречу. Но что это говорит о протестантизме наших дней? Это отказ от библейской истины заставляет людей выдумывать ложные учения. Это церковь отступников, которая уменьшает расстояние между собой и папством. Если вы хотите ходите на экуменические соборы, вы отступническая церковь. Это та религия, к которой протестанты начинают относиться с огромной благосклонностью и которая в конечном итоге объединится с протестантизмом. На этот союз никогда не повлияет на изменение католицизма, потому что Рим никогда не изменится. Она претендует на непогрешимость. Это протестантизм изменился.
принятие либеральных идей со своей стороны приведет его туда, где он может обнять руки католицизма. Разве это не происходит? Заглавие. Знаменитый хрустальный храм вновь открывается как Римо-католическая церковь, на реконструкцию которого ушло 72 миллиона долларов. Они купили его за 62 миллиона долларов. Они отремонтировали его и положили реликвию на алтарь, потому что вы не можете проводить мессу без счастья мертвого тела в нем. И кого они положили туда? Часть Иоанна Павла II. Отступничество последних дней, идолопоклонство наивысшего порядка. И протестантизм считает, что это все нормально? Вы знаете Тодда Уайта? Он телеевангелист. Вы знаете Луи Энгла? Эти люди организовывают огромные стадионные кампании, заполненные тысячами и тысячами людей. Энгес Бахен в Африке, в моей стране. Человек, который проповедует со шляпой на голове. Миллионы людей. Величайшие крестовые походы, которые когда-либо видел мир. Вы хотите увидеть, что они делают? Давайте посмотрим. Я верю, что католическая церковь и христианская церковь, мы объединимся вместе. Отец, я благодарю Тебя. Крести нас Духом Твоим Святым. Дух Святой, руководи нами. Огонь Небесный, сойди на нас. Мы католическая делегация из Рима. Приношу вам привет от 150 миллионов харизматических католиков. Мы хотим поцеловать вам ноги и почтить вас этим действием прямо сейчас. Поднимайтесь. Католики всего мира, 1 миллиард душ католиков идут в Царствие Божье. Время приближается, цепи разорваны. Призываю благословение Господа на каждого католика в мире, чтобы они увидели крещение Святым Духом. Пробуждение произойдет в католической церкви, как никогда раньше. Многие в теле Христовом чувствовали в своем сердце, что в Америку приходит массовое духовное пробуждение. Сейчас время духовного пробуждения, и теперь настало время огромных миссионерских волн для народов Земли. В 2011 год произошел большой сдвиг откровения. В мою гостиную вошли эти белые люди. И они начали пророчествовать, что приближается время призыва. Это будет не только пост и молитва, но и провозглашение евангельских знамений и чудес. Стадионы будут переполнены. Мантия Билли Грэма снизойдет на народ. А потом они сказали, что призыв приведет к излитию. Это поразило меня. Может быть, это зов предвестника нового Иисуса? Это будет что-то величественное. Посмотрите на место и время. Когда Билли Грэм умрет, в тот момент появятся огромные чудеса. И это будет не просто Иоанн Креститель. Это будет Иисус, евангелист, который собирает стадионы в Америке.
С этого момента взорвалась мечта в моем духе. Я увидел стадионы, заполненные молодыми людьми. Почему бы мне не поверить, что я буду видеть стадионы с великими евангелистами, творящими чудеса? Сотни тысяч людей будут спасены в Америке. Если я увидел первое исполнение, почему мне не поверить, что я вижу второе исполнение? Итак, мы видим, что в истории есть моменты, когда присутствует сила Божья, которая делает что-то необычное. Есть возможность, есть открытая дверь. И что происходит? Так это то, что если это поколение войдет через эту открытую дверь верой и предпримет действия, они могут буквально увидеть изменение истории. Мы верим, что в этот день что-то перенесется и вдохнет, и наконец произойдет всемирное пришествие величайшего Иисуса, которого когда-либо видели. Я буду молиться. Одна молитва. А вы хотите молиться? Я буду молиться, чтобы Бог укрепил вашу веру сегодня вечером, чтобы вы поверили в чудо. Сегодня вечером я хочу сказать пасторам, что вы должны быть впереди, а не позади вашей паствы. Впереди вашей паствы. Мы призываем вас, заблудшие овцы, сегодня вечером. Здесь есть заблудшие. Господи, Господи, сейчас начнется самое большое пробуждение, когда кто-либо видел в мире. Это начнется очень скоро, самое большое пробуждение, которое видел мир. 6 недель. 6 недель. Народ может родиться в одно мгновение. В мире нет ни одного народа, который когда-либо видел подобную встречу. Мы будем молиться за нашего президента. Я знаю, что вы не просто так собрались здесь. Вы хотите быть возрожденными. Что мы собираемся выполнять? 10 заповедей. Но у меня есть слово к вам, мистер президент. А мы там? Это не мало, это то, что проповедовала эта церковь. Это взято из католик Энсо 2018 года. Заглавие «Авторитет Папы». Они отмечают, что как это делает Игнатий Антиохийский, Рим занимает пост президента среди других церквей, и что, как объясняет Ириней из-за своего превосходного происхождения, все церкви должны согласиться с Римом. Я не цитирую Средневековье, я цитирую католик Ансес, 2018 год. Есть ли какая протестантская деноминация, которая имеет оправдание этому? Нет. Они не имеют. Слово Божье предостерегает об угрожающей опасности, и если протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то он скоро узнает истинные намерения Рима, но тогда уже будет поздно избегнуть его сетей. Власть Рима постепенно, незаметным образом, все увеличивается и возрастает.
Его учение ощущается в законодательных собраниях, церквях и сердцах людей. Рим воздвигает свои высокие и могучие сооружения в тайных подземельях, в которых повторятся его прежние преследования. Не вызывая никаких подозрений, незаметным образом Рим закрепляет свои позиции, чтобы достигнуть конечных целей, когда настанет решительный час борьбы. Он стремится только к одному — занять самую удобную позицию и взять перевес. И можно сказать, что он уже признается за ним. Мы вскоре увидим и почувствуем, в чем состоят намерения и цели Рима. Те, кто будет верить Слову Божьему и повиноваться Ему, навлекут на себя тем самым поношение и гонение. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и спасешь себя и слушающих тебя». 2 Петра 1:19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и им зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Это первая часть. Вторая часть расскажет нам, как Бог может пробудить свой народ. Пусть они поймут, что происходит. Только потому, что она знает, как использовать терминологию для обмана и обманывать людей, это не означает, что она не учит дьявольским доктринам. Да поможет нам Бог понять эти вещи. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы стоим на грани вечности. Пожалуйста, пробуди свой народ во имя Иисуса. Аминь.